Знаменитого американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом. В больницу его отправили, как только тест дал положительный результат. У 87-летнего журналиста много проблем со здоровьем. У него диагностирован диабет. В позапрошлом году он перенес третий в жизни инфаркт. В 2017 году он прошел курс лечения от рака легких. Несколько лет назад Кинг вошел в книгу рекордов Гиннесса. Его шоу на канале CNN было отмечено как самое продолжительное по сроку существования на одном и том же канале в одно и то же время с одним и тем же ведущим.